Хей, гайс, с вами Мы сегодня поиграем в одну игруху. Да, это у нас по графону можно понять, что это у нас Борда, и это у нас вторая Борда, Borderlands 2. Мы с вами прошли первую часть, прошли пресиквел к второй части. Так сказать, вон красавчик Джек наш. Это все, с чего начиналось. Мы прошли, теперь мы переходим ко второй части, и там столько DLC, я просто... Хотите услышать еще одну историю, а? Ту, в которой опасность угрожает целой планете, Пандоре. Если нет, жаль. Я уже начал рассказывать. Итак, сначала было хранилище. Инопланетная тюрьма, которая открывалась только особым ключом. Воины, заполучившие этот ключ, горько разочаровались в своей находке. За дверями хранилища их поджидали не богатства, а щупальца чудовища. Уверившись, что никаких сокровищ в нем нет, воины скрылись в пустошах. Они ошиблись. Открыв двери хранилища, этим самым они запустили синтез иридия, чужеродного для Пандоры химического элемента. Вскоре этот минерал можно было найти в любом уголке планеты. Это привлекло внимание многих, в том числе корпорации Гиперион. Корпорация прибыла на Пандору для добычи иридия и установления порядка на этой дикой планете. Но в ходе раскопок они обнаружили неоспоримые доказательства существования другого, еще более крупного хранилища. Глава экспедиции поклялся найти его во что бы то ни стало и использовать его содержимое для того, чтобы цивилизовать эту планету на отшибе галактики раз и навсегда. Но хранилищем заинтересовалась не только компания Гиперион. Опасности Большой Куш всегда привлекали людей определенного склада ума. Наши герои прибыли на Пандору, чтобы узнать ее тайны. Одни считают их авантюристами, другие — глупцами. Я буду называть их искателями хранилища. Итак, я расскажу вам о них и о человеке по прозвищу Красавчик Джек. По сути, игра должна быть на английском, но я нашел, так сказать, лекализированную игру вдоль до озвучки. Но это в основном только основная игра у нас будет озвучена и вообще на русском. Ну, именно. Ну, да. DLC все должны быть на английском. Озвучены именно на английском. Ну, субтитры, как говорится, прилагаются. Сейчас будет долго касцена. Я уже знаю, за кого я буду играть. Это персонаж-солдатик. Ну, как обычно в играх, я, помните, бывает немного поиграю, да? 2K Games представляет. Я буду мини-гайдики, типа, рассказывать, да, что я, в принципе, знаю. И Gearbox Software Game. Совместно. Поэтому, то, что я знаю, я расскажу быстренько так. Borderlands 2. По сути, этот момент я мог бы заскринить и его добавить в интро. Добро пожаловать, искатели хранилища. Но фигня в том, что... у меня же там аватарка сбоку, поэтому... Вас ждет смерть. Ничего личного. Вот это вот солдат. Он может ставить турельки, как вы видите. Эксперт в роли спецназовца. Ну, спецназовец, ладно. Она, типа, кажется, материю черную или дыру создает, типа, что того. Майя в роли сирены. Сальвадор в роли шизострела. Ну, он, короче, у него ультает, а хуярит с двух рук полностью без разницы, какое там оружие. Зеро, он классный по внешности, вообще сам по себе.
и Зеро в роли клона. У Зеро способность становиться на какой-то промежуток невидимым и пулять сюрикены с разными эффектами, ну, типа там яды, да, шквал, что такое. Там еще есть персонажи, конечно, и ждёт. Вы считаете себя героями, это очень трогательно, но на самом деле это не так. Добро пожаловать на Пандору, детки! Так вот. Хорошо, у нас вот в начале 4 персонажа, да? И 2 из DLC. Это Гайка и Криган. Я, конечно, за... Escape. Так, Экстон. Экстон. Вообще я говорил эксперт. Персонажа. Активный навык турели. Боевой... Так, стиль. В первую очередь укрыться самому, во второй сделать так, чтобы враги не успели укрыться. Потом Zero Assassin. Обман, стрельба с дальней дистанции, в ближнем бою очень ближний бой. Ну, типа, он хороший самурай, у него типа там какой-то меч, типа того. Майя есть, это сирена, активный навык захват. Боевой стиль, контроль, контроль и еще раз контроль. Шиза стрел, это Сальвадор, стрельба с двух рук. Огромные пушки в атаку. Потом у нас Гайка, это Мехроманка. Ладно. Вызов жестокуса. Короче, она вызывает робота помощником. Так, для тех, кто предпочитает электрическое оружие и взрывчатку. Крик — это псих, резня пила топором, боевой забияка. Короче, это обычный огромный псих, как вы помните, в играх был. Но у него только две нормальные руки. Не как у обычных, типа одна маленькая, одна большая. Он у нас жесткий, у него большая, типа, бензопила, знаете, ну как бензопила. Короче, пила выглядит как то, знаете, резко для пиццы. Я могу его могу так показать. Ну, он так вот у нас и выглядит, в принципе. Давайте посмотрим, что у них есть. Гайка, ну, я хочу по лицам посмотреть. Ну... рендерится долго, именно не видео, а этот эффектики. Ладно, у нас, ну, в принципе, тут Зеро Призрак здесь. Ну, это, знаете, типа, всякие тоже отсылочки здесь именно в костюмах есть. Ну, я, конечно, за солдата, потому что мы с вами играли за снайпера. Я думал, Зеро тоже в начале снайпер, но, оказывается, нет. Нихера подобного. Эстон... Давайте ему такой прикидик найдем прикольненький. Ну, знаешь, что ли, оригинал взять, либо в кепочке. Или вот такой. Я не знаю, либо обычно, либо типа в шапке. Давайте... Можно... Давайте в шапке. Нет, да. Нет, да, нет. Ну, да, все. Так, цвет. Цвет оттуда хера. Давайте возьмем... О, нихера себе. Что тут еще есть? Нам с ним играть всю игру, поэтому давайте вот такой костюмчик возьмем. Экстон. Здесь мы меняем на шимики. Подтверждаем выбор. Готово. Можно начинать. Только нужно еще будет настроить немного мне чувствительность мышки, если она тут не нормально. Отлично, еще один труп искателя хранилища. Красавчик, ты прям старается. А я раньше проходил без озвучки. Минуточку, ты еще дышишь? Да, теперь
это я смогу убраться с этого ледника, железяка, твои метафорические алые паруса наконец показались на горизонте. Позволь представиться, я робот-дворецкий CLO-PTP, но друзья зовут меня просто железякой. Точнее, звали бы, если бы были еще живы. Или вообще существовали. А, у меня же для тебя кое-что есть. Молодец. Вот, возьми этот эхо-коммуникатор, который я вовсе не нашел среди трупов. Он оснащен дисплеем 12 класса и мини-картой. Идем же, друг, чего сопли-то морозить? Блин, вот это... Эридинские реликвии. Вы нашли эридинские реликвии. Реликвии означают усилия так определенных характеристик персонажа. Существует много разных типов реликв. Найди то, что соответствует вашему игровому стилю. Так, мне нужно скорость мышки. Давайте 20-ку попробуем. Немножечко прибавим. Гом 25. Ну да, мне нужно типа, чтобы я точно мог. Фастом так, хоп, так. Скоро я тебе все объясню, а пока запомни, погнали. Тебя ждут великие дела, а я просто хочу тебе помочь. А я проходил эту игру, но я только основной сюжет проходил. Игра сама по себе очень большая. Много пасхалок. И DLC жесткие. Ну как, жесткие по тому фактору, что они очень долгие. Там есть, кажется, два, если не ошибаюсь. DLC с размером с основной игрой. Раз, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Кажется, все, да? Ну, ящик зато нашли. Побежали к железяке. Так, групповой подбор, ну это мы поняли. Больше ништяков нету? Они есть вот. У нашего персонажа второе оружие это топор. Поэтому... Так, давайте туда к мусоркам еще сбегаем и пойдем к железяке. Я буду так же играть, как и в прошлых сериях. Игр, да, вообще. В основном снайперкой. Умение преодолевать короткие дистанции, не умирая, заставит красавчика Джека склеить ласты. Подзагрузка только здесь, конечно, довольно долго идет. Там ничего нету. Вперед, слуга! Vámonos, chicos! А если мы... То, что вы видите здесь в основном все дохлые роботы, да, тоже железяки. Это, если вы помните, DLC Proper Sequel, где Джек убил всех роботов и железяк. И он даже этого застрелил, типа самого, ну, железяку главного, да, нашего помощника. Джекобс. Это, кажется, с первой вообще части, если не ошибаюсь. Ну, короче... Они застрелили, но железяка в конце концов вышел. Дом железяки. Не знаю, мне немного все равно как бы непривычно. Извини за беспорядок. Всех, кого Джек убивает, он сбрасывает сюда. Преступников, искателей, моих братьев-железяк. Сожалею, если это прозвучало слишком весело. Во всем виноваты программисты, поставившие мне такой голос. На самом деле я в жуткой депрессии. Местные твари весьма опасны, но опаснее всех мордоплюй по кличке Громила. Он убил всех-всех-всех моих знакомых. Кстати, там в шкафу я держу пистолет. На всякий случай. Но здесь нам с тобой ничего не угрожает. Мне кажется, мордоплюй... Ну да. Так, тап. Ну, в принципе, смотрите, у нас как нео-костюм, знаете, такое. Стимпанковский. Моя первая пушка. Поставщик Джек бросил вас на пустоши ледяного ветров.
Подумав, что вы умерли, но вы спаслись и встретили многофункционального робота АЦЦЦ, последний на Пандоре. Последнего, заметим. Ну, короче, я понял. Хорошо. Так. Получен доступ. Вы разблокировали бла-бла-бла. Премиум клуб. Благодарим за приобретение коллекционного издания. Так, записки камер наблюдений. Личные предметы. Так, архив. Тюрьма Дали. Название допроса сержанта Экстранс. И вот у нас снайперка есть. То есть у нас с вами... Смотрите. В принципе... Новый облик персонажа. Пистолет! Пистолет в шкафу! Отправляется на Фемиду. Я не хочу видеть тебя с нами. Ни в качестве солдата, ни в качестве мужа. Что? Сара, какого черта? Помнишь, что случилось на Гестии? Тебе поручили защищать сановника, а ты прицепил к нему устройство слежения, передал его врагам, проследил за ними до их базы и взорвал ее целиком, с сановником внутри. Да, шикарно вышло. Ну, признайся, ведь было круто. Димофонт, Фракия, Тантал. Ты постоянно нарушаешь приказы, лишь бы только выпендриться. Мне такой солдат не нужен. И что теперь? Прикажешь меня расстрелять? Из устава следует, что за нарушение приказа полагается суровое наказание. Именно. Завтра в 9 утра тебя отведут в карцер, где ты пробудешь до казни. Как твой командир, я не могу посоветовать. Сегодня же рвануть в самоволку и попытать счастье на пограничных планетах. Жаль, я бы к такому совету прислушался. Что это? Мое обручальное кольцо. Забирай. Алмазы мне никогда не нравились. Досадно. Бля, железяк, что ты тут... Чем ты тут занимался? Ай, фу, тут все в масле. Так, давайте я, короче, посмотрю, что у нас... Короче, солдат у нас был женат, но его бросила жена. Давайте как посмотреть, как пушка стреляет. Ну, такое, ладно, что здесь? Ну, это более, как бы, медленная стреляет. Но у нее не такой вот... А-а-а, вон она что. Не, я думаю, давайте пока возьмем снайперку вместо чего-то. Да, скорострельность тут... побольше будет. Не знаю, но я думаю, в принципе, снайперка должна нам залететь нормально. О, помните этого робота? Железяку. Моя первая пушка. Когда-то четверо искателей навсегда изменили судьбу Пандоры. Но их время прошло, и теперь Пандоре нужен новый герой. И я знаю, что этот герой ты, а не красавчик Джек. Если не считать чудовищной боли, то все просто замечательно. Поехали, поехали. Я долго ждал появления могучего воина, который защитит меня в путешествии к убежищу. Я буду твоим мудрым повелителем, а ты будешь моим слугой. Так, забрать глаз железяки. Значит, нам придется встретиться с тем монстром. Ящики мы все открываем, тут тоже, по идее, есть прокачка, если не ошибаюсь. А я навряд ли ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Отлично. Да, нам значки безбашенности дают. Так, а вот это вот путешествие, ребята. И как вы видите, у нас здесь довольно много... Как вы видите, здесь у нас много чего доступно. Дом железяки, это где мы сейчас? Ущелье обжорства, магазин Маркуса, кромный порт, священная лощина, безбашенный костер безбашенности, налет на церковный пик, остров Трахбаха, самогонный завод, оазис, грахт охотника. Ну там, допустим, 4 долцы маленькие, там на пару серий в основном. Ну я их буду, короче, в одну топку сплавлять, типа в сезон пак охотника. Там, типа, нужно охотиться просто на больших животных, и нам за это дадут, типа, маски. Так, точно, что я еще забыл? Мы же так не досмотрели. Это у него навыки, прокачка и все такое. Так, жетончик. Емкость щита, урон от стихии, задержка заряда, скорость подзарядки, урон в ближнем бою.
Задержка подзарядки. Емкость щита. Урон от стихии. Задержка урона. Да, хорошо, давайте теперь посмотрим по навыкам. Главная способность — это у нас турелька. Так, часовой увеличивает число снарядов в каждом залпе турели. Сабля, так, кроме того, увеличивает время действия турели. Я не знаю, тут до самого... Так, готов повышать скорость перезарядки. Так, скорость перезарядки плюс 8. Это имеется в виду способности? Или скорость перезарядки просто оружия? Так, повышенная точность стрельбы вашей турели. 10%. Повышает скорость подзарядки щита и уменьшает задержку подзарядки щита. Самое здесь полезное, по сути, это находится вот здесь, в этой планочке. Это щит фаланга. То есть наша турелька, пока она стоит, она создает щит, который вообще не может пробить любой враг. Хотя, кажется, у нее там ХП есть, если я не ошибаюсь. Но не суть. Мы будем идти попытаться до близнецов, чтобы ставить сразу две турельки. Так, ну это у нас понятно. Увеличение ХП, щит. Во время борьбы за жизнь повышается урон от стрельбы и скорость перезарядки 8% урона, бла-бла-бла. Скорость перезарядки щита до 14, задержка подзарядки щита минус 12. Тоже полезно на самом деле. Это магниты, мы можем турель прицеплять к любой поверхности. Находчивый, так, устанавливает основной навык турели, следующий уже... Короче, это восстановление активного навыка. Ну, давайте я пока что, думаю, с этим потом разберемся, чтобы время так не терять, немного хотя бы геймплея, да? Врагов новых, все такое, встретим, потом... Пусть громил меня и ослепил, но этот ледник я знаю как свои два пальца. Готов спорить, глаз мы найдем в ледниковой расселине. Не теряй робота из виду. Он поможет тебе добраться до убежища. Только там ты будешь в безопасности. Нормально. Если что, мы выживем как-то. Как тогда выживем? На самом деле, это моя самая любимая, типа, часть серии игр. Типа, вторая. Из-за того, что она довольно большая. Довольно прикольная. Здесь очень много разновидностей локаций. Твоему господину нужна помощь! О! Я слышу бортоплюев! А ты их, слуга! Защищай меня, Склайер! Так, приблизительно маршрут точки для... Ну, это понятно. А я меткий. Нормально, готово. И здесь есть такая фигня, как прокачка оружия отдельно от всего. По крайней мере, я помню. Ладно, не суть. Побежали за железякой у нас. Твой голос вообще там звучит. Слушай. На самом деле это правда. Смешного маленького робота ты сможешь добраться до убежища, последнего места, которое еще не покорилось Джеку. Только там ты будешь в безопасности. Найти. Эй, кто-то жил? Ты что там, дерешься? Да нет, тебе кажется. Ай. Да. Не хоро... двигаться хаотично. Ой, это побольше махина будет. Все. Отлично. А теперь забери-ка меня отсюда, пока мордоплюи не добежали. Ты где? Да, я здесь. Большое спасибо, дружище. Привет. Привет, малыш, это Джек, президент Гипериона. Слушай, ну у нас тут вот как заведено. Появляется искатель хранилища, искатель ищет новое хранилище, искатель погибает. Видишь ли, в чем загвоздка? Ты еще жив.
Так что сделай одолжение. Убей себя сам. Спасибо, хомячок. Херушки, 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 мы сдохнем. Нужно все лутать на самом деле, чтобы получать больше значков безумия. О, мой глаз только что включился. Я вижу своего сурового слугу и невероятно привлекательного робота. А это значит, что ослепивший меня уже совсем рядом. Громила. Будет больно. Давайте, наверное, я думаю, поменяю пушку, да? Немножко сменим пушку на более быструю. Так, ладно, меняем пушку. Новый уровень готов. А я снайпер, что сказать. Так, сразу прокачиваем спас... Слышь, а чё по тебе урон не проходит, приятель? Да-да-да, побей меня. Ю-ху! Пожалуйста, пронеси мне мой глаз. Да, я прошу, мой глаз у тебя? Отлично! Да, твой глаз у меня. Кто-нибудь, кто сможет его вставить? Уверен, ты с удовольствием вколотишь его в мой череп. Однако, оптическую хирургию лучше всего получать профессионалом. Нам поможет мой старый приятель Хаммерлок с айсберга лжеца, Алон Си. Так, ладно, возвращаем. Ну, не скажу, что пушка такая уж крутая, это... Автомат, типа, я имею в виду. Смена оружия, сменить оружие, бла-бла-бла. Это мы с вами все... А я могу это убрать перекрестие на оружие? Игра. Поединок, прицел. Так, включить это продать, чтобы для прицела не нужно было удерживать кнопку. Включение, приседание, приключение, вклуб, вклуб, так, мини-карта, вращение предметов, фиксация камеры. Расстрельбы. Ну, короче, нет, ладно. Эта гиперионская баржа мешает нам выйти к айсбергу. Может, срежем, а? Давай. Ха! Это же гиперионское железо, как два пальца об асфальт. Откройся! У тебя же глаза нету. И железяк. Ну, рад был познакомиться с тобой. Говорят, что быть сожранными заживо мордоплюями не худший способ умереть. Позволь, я тебе помогу. Произвожу фазовый сдвиг. Так, клавиатура управления. Мне нужно приседание. Так. Идем. Если бы меня сейчас это раздавило. До убежища далеко, так что возьми с собой все необходимое. Открывайся. Сейчас. Фризоиды, фризоиды. Сейчас железяк мы откроем, подожди. А можно не фризить? Дробовик. Вперед. Глава вторая. Зачистка айсберга у нас начинается. В принципе, у нас серия подходит к концу, поэтому давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.